Теперь еще и вертолет. Вот это да. Черная акула, блин. Всем привет, дорогие друзья, любимые подписчики, с вами снова Гидеон, и это последняя, заключительная, седьмая миссия моего прохождения и седьмая, последняя миссия игры. Ну что же, начнем. В последней части лидер Золотого Дракона уничтожил лидера Золотой Трости, и теперь он схватил Тека, нашу дочку, и отправился в свой огромный, жестокий, полный смертельных опасностей охраны особняк. И мы отправляемся прямо за ним. Что же, сразу в бой мы направляемся. Меткими выстрелами сносим этих двоих. И да, я знаю, что в этом уровне дикое, огромное количество этой охраны. Причем здесь появляются новые мобы, новые противники, я уже привык совсем к NPC обращаться так грубо. Здесь появляются новые противники, шквал из ракетницы, да, это то, что мы давно мечтали сделать. Получи, урод. Получи, урод. Блин, я промахиваюсь по ним, так нечестно. Ну, отлично. Так, теперь нам нужно немножечко оружие подобрать. Да, мы взяли УЗИ. Ну да, неплохо, сойдет. Новые противники, которые кидаются в нас с этими мечами какими-то, я не знаю, сюрикенами или что это, что бы это ни было. В общем, я не знаю. Убить тебя. Еще снайперов нам не хватает. Здесь пулеметчики и вот эти, которые ножами раскидываются. Просто кошмар. Просто невероятное количество противников. Причем их количество от сложности не меняется, зато от сложности урон, конечно же, меняется. Так что на среднем здесь еще хоть как-то проходимо. А на сложном я вообще даже не представлю. Вон они кидаются у нас ножами. И убить их можно быстро только в голову, безусловно. Хорошо, что в голову здесь все хорошо повреждаются. Боссы, конечно, не умирают. Там одного выстрела опять мы... Опять у нас кончилось оружие. Это что ж такое? Там беда какая-то. Видали, у него чуть дырки в башке, а он все равно живой. Ой-ой-ой-ой. В упор, только не в упор. Только не в упор. В упор не надо. В колокол, если попадаешь. Откуда? Откуда вы все беретесь? О, да. Последний выстрел из ракетницы мы выпустили в никуда. Еще раз возьмем винтовочку. Да, винтовка хороша, безусловно, тем, что вот эти ребята. И мы попадаем в основном в ножи, которые они раскидывают. Я хочу зайти в дом, потому что... Кстати, здесь лежит ракетница. Отлично, сейчас ее возьмем. Взяли гранатомет. Два патрона. И кошмар, откуда вы все? Почему вы все сюда бежите? Что, у вас другого пути нету? Будем кататься тут на столе, пока всех их не перебьем. Хорошо, что здесь заднего хода нету. Сколько же вас? Ёлки-палки. И эти с ножами. Бежит прямо на нас. А этот вообще с пулеметом. Вот жесть, да? Фу. Так. Так, где пулемет? Вот он. Вот моя малышка. Хорошо, что он этих хотя бы в голову сносит. Просто спасение для нас. Фу. Отлично. И еще. И они тоже с пулеметами. Уже здесь. Со всех сторон подходят.
прям по очереди. Хорошо, хоть у них тут это колонна слива стандартная выстраивается. Почему иногда замедление не включается? Мне это очень не нравится. О, ха-ха. Так, стоп, еще раз. Где наш... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет, их слишком много. Их слишком много. Их слишком много, они идут, и идут, и идут, и идут. Возможно, пару гранат решит эту... Я случайно сделал режим снайперского выстрела. Ну ладно, бог с ним. Прячемся немножечко. Так, я кинул гранату, почему она не взорвалась? Так, мне это не нравится совсем. Подлечимся за счет нашей энергии. Откуда? Откуда он? Откуда? Здесь нет других входов. Откуда ты взялся? Я не понимаю этого. Так, мы зарасходовали все наши бонусы. Как это еще назвать? Все наши особые возможности. Они никак не заканчиваются. Зато комбо, я чувствую, тут сочное можно набить, если нам не отходить все время, не отступать. Не отступать, не сдаваться. Ну, конечно, и так не сдаемся. Вот эти говнюки с ножами, которые бегут без оружия на тебя, и вроде как бы ничего. Но у них просто еще хуже. Они даже с одного патрона этого не умирают, как обычно все. Да когда же вы закончитесь? Боже мой, опять! Еще отсюда! Надо спрятаться. Они с пулеметами. О! Все? Еще один. Так. Все? Вы закончились? Ох, это было жестко. Теперь еще и вертолет. Вот это да. Черная акула, блин. Еще и вертолет. Еще и вертолет. Еще и вертолет. О-о-о, он прямо строчит за нами. Фух. Так, убежали. Ну что, как тебе придется мой свинцовый шквал из гранатомета? Это всегда мне очень нравилось. Свинцовый шквал из гранатомета. На, получай. Время-то заканчивается, Йо, он сваливает. Куда это ты сваливаешь, а, говнюк? Куда это ты сваливаешь? Так, куда он? Куда он? Что он делает? Я спрячусь. Ой-ой-ой. Что бы там ни происходило, это очень жестко. Ну а чего? Он свалил. Мы здесь постоим. О-о-о-о-о! Выглядите, что происходит. Выглядите, что происходит. Это же ракета прямо в нас. Ну и долго он там летать будет. Ага, кажется, он решил вернуться. Ну, мы тоже вернемся под нашу крышу. Наша пагода ведь нас защитит, да? От любого вертолета. Ох, ё! Что ж такое-то? Ух, мы успели подлечиться. Мы успели подлечиться. Есть! Ну что, последнее пристанище короля зла? Да, сейчас мы его и разберем. Прямо здесь, прямо сейчас. Своим же вертолетом они открыли нам дверку. И мы вошли без стука. Ну что ж, парень, где же ты? Кстати, а здесь нет золотых пистолетов? Давайте-ка... А, журавлики.
Это то, что нам надо. Так, посмотрим. Еще журавликов нету больше, потому что они нам очень-очень хорошо пригождаются. Очень хорошо. Нет, здесь только МП-5. А, вот еще один. Отлично. Уже получили шквал. А шквал это что? Шквал это сила. Это сила. Так, а на другой стене? Я очень хочу, чтобы здесь были... вот они, мои любимые. Так, F. Взять золотой. Бери. Бери. О, прекрасно. Ну что же, теперь можно и в бой. Да, вот это отстроил он себе. Хоромы знатные. О, еще и сверху. Еще и сверху там бегут. Но наш пулемет не знает пощады. Отлично. Эта партия, ребят, уже готова. Посылайте следующую. Так, здесь нету пулеметов. Ух ты! Вот это вот. Вот это пир. Ну что, этот китайский дракончик специально сделан для нас, чтобы мы по нему пробежались? Ха-ха. Вот она, настоящая драма. Ты стоишь и жаждешь моей смерти. Только твои плоть и кровь мешают твоему пальцу нажать на курок, продлевая биение моего сердца еще на миг. Старик, отпусти ее. Хотел бы, но не могу. Семьи разрушены, кланы и империи обращены в пыль. Вини в этом только себя. Возможно. Кстати, мы можем решить все прямо здесь и сейчас. Непременно. Нет, не так. Как приличные люди. По-семейному. Слишком много крови пролито. Я не хочу проливать твою или ее. Ты заберешь Тека, вы покинете Гонконг вместе, и я все позабуду. И все прощу. Я наведу порядок в моем доме, смою кровь с улицы, закрою дыры в заборах. Когда-то я купил себе покой, куплю его еще раз. Но ты должен уйти. Навсегда. Ты честно, на полном серьезе хочешь заключить со мной сделку? Ради твоей же дочери. Все равно выбора у тебя нет. Отпусти ее. Даю тебе слово. И я даю тебе слово, что бы оно ни значило. Нет! Это обман! Тека, ложись! Ах ты, старый говнюк. Ты ранил нашу дочь, а теперь еще и... Пытаешься устроить нам противостояние? Ну ничего. Когда-то я уже пережил таких жирных, назойливых говнюков. Я одного пропустил, к сожалению. Но мы вернулись к нему позже. И еще одни. Ух ты, вот это противостояние. Вот это противостояние, так противостояние. Да что ж такое, ну ускоряется и ускоряется. Какой кошмар. Вот это жесть. Вот это сурово. Свяжитесь со службой охраны. Вот это просто было много, быстро. И главное, чтобы нас сейчас не убили. Аптечка, аптечка. Нет, вам так просто меня не убить после такого противостояния, которое я выдержал. Просто так вам меня не прибить. Нет, не на того напали.
не на того напали. Спектр текила не для того здесь находился, чтобы погибнуть от каких-то мерзостных сволочей. Фу. Так, немножко полегче, немножко полегче, немножко полегче. Да где ты там? Готов. И еще один. Вот и все. Ё-моё, у него снайперка. Так, куда мы заберемся? Наверх надо идти, потому что здесь уже. Так, где я мне? Я бы мог где постричь мне... тебе усы из винтовки. Что? Но это не все, что я хочу сделать с тобой. Да? А это не все, что я хочу сделать с тобой. Сначала шквал. Сначала шквал. Получай, получай. Куда это ты побежал, а? Вы все пожалеете, если мне придется грохнуть его самому. Да? По-моему, ты это и пытаешься сделать. Все время. Все это время. Только и пытаешься грохнуть меня сам. Так, ну... где вы еще? Лезьте, лезьте давайте. Я же знаю, вы в каждой бочке затычка. Вас каждой твари по паре здесь все время вылезает. Ладно, теперь, видимо, внизу они там все набежали. Да на тебе. Ой. Да что ж такое-то? Никак не мог попасть в этого засранца. Готовы оба. И этот еще здесь. Что ж с тобой не так? Так, я еще где-то одного слышу. Ты этот. Что-то мне все время напоминает какого-нибудь чувака из GTA. Очень сильно. Так, тихо, тихо, спокойно. Спокойно. Шквал! Какая-то жесть вообще. Вон, бегут, бегут, бегут. Поглядите, сколько их здесь. Все, шквал закончился. Теперь мне нужна аптечка. Теперь мне нужна аптечка. Вот она. Фух. Отлично, надо взять золотые пистолеты, которые я здесь внизу видел. Вот они, 31. То, что надо. Да, мне бы сейчас пулемет, конечно, было бы неплохо захватить. Но я не знаю, сколько их еще осталось и куда мне еще придется идти. Все, кончились ваши люди. Вы же меня достали, а? Слушайте, кажется, он вернулся. Кажется, ему недостаточно оказалось предыдущего раза. Промазал. Да ты все время мажешь, чувак. Если хочешь вернуться в себя. Опять промазал. Какой-то смешной парень. Все время мажет. Огонь! Что? Чего? Опять ты убегаешь? Опять он убегает. Да что ж такое? Сколько мне еще волн этих вытерпеть? Да, похоже, они лезут из дверей, которые просто близки ко мне. Другого я объяснения не нахожу совершенно. Хорошо, они хоть гранатами не кидаются, вот честно. Чего мне только не хватало, так это еще, чтобы они гранатами кидались в меня. Фух. Ну что? Хотя нет, не из ближних дверей все-таки. Лезут изо всех. Изо всех? А может и не изо всех, я не знаю. Эти кошмарные милишники, которые вот здесь вот бегают. Это просто действительно какой-то страх и ужас. Кабанг, избавься от него. Ну что, толстяк, с тобой теперь поиграем. Ну все, толстый, ты нарвался. Иди сюда. Иди сюда. Шквал! Иди сюда, иди сюда. Получи, получи, все получишь. Все у меня получишь. И этот гад меня еще со спины бьет.
На-на-на-на-на-на-на-на-на. Да что ж такое, да? Хо! Твою мать! Он был моим лучшим сотрудником! Ой-ой-ой, ну не сожалей о нем так уж очень. Так, мне надо эту статую разрушить. Я хочу получить... Да, вот что я хочу получить. Я хочу получить своего журавлика. Мне он очень-очень нужен. Еще этот со своей снайперкой. На, получи. Все получите. Где? Где аптечка? Фух. Фу, это жесть какая-то. Люблю стрелять в незваных гостей. Я тебе сейчас покажу, кто тут незваный гость. Чикаго. Я тебе покажу, Чикаго, я тебе покажу. Я тебе все сейчас устрою. Ты у меня сейчас за все ответишь. Нифига себе, он сломал ее. Он сломал ее. Я тебя избавлю от твоей головы сейчас. Если хочешь, получи шквал, зараза такая, как ты мне надоел. Сил просто нету на тебя уже смотреть. Ну почему? Ну почему во время шквала этот гад перебегает? Ну. И еще один шквал. Еще один шквал. На. Сдохни. Почему ты такой бронированный? Я не понимаю, это кошмар какой-то. Так, еще журавлика нашел. Фу, это кошмар какой-то. Это не дед? Это кошмар воплоти. Вот ты и попался. Ох, еще одного убил. Так, мне нужен еще журавлик. Хотя, ладно. У меня еще один шквал есть. Нет, на этого гада мне точно понадобится еще один шквал. Да на тебе. Я чувствую, я его сейчас прямо и набью. Так, у меня одни пистолеты остались. Дробовик. Дробовик мне не пойдет. Дробовик мне не пойдет. Вон то, что мне нужно. Да откуда вы все стреляете в меня? Сколько вас? Просто кошмар какой-то. Прыгай, текила. Прыгай, лечись. Плевать уже на это все накопленное. Мог постричь тебе усы из винтовки. Усы? Все, гад такой, у меня нет усов. Текилы, нет усов. Когда же ты выучишь, как выглядит твой злейший текила, враг? Ты обычный бандит с жетона. Обычный бандит? Я обычный бандит? Ты меня... Старая зараза, называешь обычным бандитом? Я тебя сейчас размажу. Шквал! Ну все, сволочь, молись. Молись. Хотя ничто тебе уже не поможет. Вот вам всем троим. Полетели нафиг отсюда. Ты же меня достали. Кошмар какой-то. Сдохни, когда... Да! Порядок. Все кончилось. Я много о тебе слышала. Хорошее или плохое? Она всегда любила тебя, так что... Хорошее. Только хорошее. Боже ты мой! Мы угробим год на писанину. На... Я уже устал таскать эту штуковину за тебя.
Что ж, дамы и господа, последний уровень был непростым, очень непростым, и мы даже получили рейтинг C+, что довольно-таки неплохо. Ну что же, надеюсь, вам понравилось. Конец, статистика игры, общий причиненный урон у нас 89 миллионов. Наибольший комбо 51, убито врагов 1122, очки за стиль 2800, найдено журавликов 60. Ну что же, последний уровень, все-таки еще раз хочу откомментировать последний уровень, особенно вот последняя его часть с этим толстяком, просто пощекотала мне нервы. Ух, как хорошо пощекотала мне нервы. Даже на среднем уровне сложности, я не знаю, что будет на тяжелом. И, честно сказать, даже не хочу знать. Ну что же, а мы закончили эту классную игру от Джона Ву с инспектором Текилой. Просто безумную, совершенно позитивную. И очень классную. Мне понравилось. Надеюсь, что понравилось и вам. С вами был Гидеон. Подписывайтесь на канал, советуйте друзьям, вступайте в группу ВКонтакте и ставьте лайки. Мне они так нравятся. Всем спасибо и до следующей миссии.